Чего только не встретишь на любимой работе, в Перми, возможно, и инопланетян, убедительные со своей точки зрения доказательства существования внепланетного разума представил пермяк Сергей. Ему случайно удалось снять и летающую тарелку, и даже представителя иной цивилизации. Доказательства он представил нам по телефону. Сергей, добрый вечер. Скажите, это реальные фотографии? Здравствуйте, Павел. В принципе, рассказывать особенно и нечего. Специально снимок я не делал, работу фотографировал, находился на работе, фотографировал, так скажем, свою непосредственную работу. То, что запечатлел снимок, я в этот момент даже не видел этого. Увидел только вечером на компьютере, когда стал перекачивать все файлы на компьютер. При увеличении увидел один объект, потом уже второй. Как это могло произойти? Ну, не могу сказать. Единственное, что шопом не занимался. На этом у меня все, Павел.